Моя мама. Мам, я не знаю, когда произошла наша первая встреча, я ее не помню, но я уверен, что она была очень яркой и запоминающейся. Но во все самые яркие и, наверное, счастливые моменты моей жизни ты всегда была рядом. Меня попросили вспомнить один из каких-то ярких моментов. Вот. И что я могу сказать? Мне лет 12. Ты меня собираешь с тренировки по теннису. И я решил тебе сознаться, что мне написали в дневнике, что я играл булочкой в футбол возле кабинета завуча. На что ты начала выдавать мне за рулем подзатыльники с криками: «Нужно уважать труд хлеборобов. Если в нашем мире есть ангелы, то называются они мамы». Спасибо тебе, мам. С праздником. Здравствуй, сестренка. Большой привет тебе из Батайска. Я помню тот день, когда наша мама познакомила нас с тобой. Был солнечный апрельский день. И началась наша дружба с этого дня. Ну вот один курьезный момент хотел бы рассказать. Случилось это, около 2 лет тебе было. Мы гуляли возле двора, ты бежала и спотыкнулась и упала. В руках у тебя была ложка. Она встряла тебя прямо глубоко в горло. И я подбежал и выдернул эту злосчастную ложку. Не знаю, что бы было, если бы это не случилось. Все, как говорится, обошлось. Теперь мне уже далеко за 9 лет, и ты уже взрослая. И ты для меня останешься такой же маленькой сестренкой. Я тебя поздравляю с днем рождения, моя девочка. Удачи тебе. Дочечка, я тебя очень люблю. И всегда я жду, переживаю, когда ты ко мне приедешь. Мариночка, я сильно переживала за тебя, когда ты с 7 класса поступила в спортивную школу и приезжала домой только на выходные дни. Я всегда ждала тебя, всегда интересовалась тобой, как ты там живешь, что ты там делаешь. И это было очень для меня тяжело, потому что ты находилась там, а я дома. И когда ты приезжала в следующий раз, я тебя спросила: «Мариночка, ты пьешь или куришь?» Ты ответила мне: «Мамочка, не волнуйся, я этим делом не занимаюсь». И я сказала тебе тогда: смотри, если только узнаю, что ты пьешь и куришь, то я не знаю, что я с тобой сделаю. Прости меня, Мариночка. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья и семейного счастья. Твоя мама.